На реке Большая Визинга завершился первый этап работ по расчистке русла реки и дноуглубительным работам. Каждый год во время паводка из-за большой воды страдали жители прибрежной зоны. Это 65 человек. Но уже следующей весной они смогут выдохнуть. Любовь Лапина передает из Сысельского района. Министр природных ресурсов Коми лично принимает первый этап работ по расчистке русла Большой Визинги и дноуглублению. Ранее ведомство обратилось к администрации Сысельского района с просьбой помочь решить вопрос. При половодье река выходит из берегов и затапливает дома и другие постройки местных жителей. А это полсотни домовладений. Вопрос региональное министерство проработало с Росводресурсами. В итоге федеральное финансирование было получено целых 14 миллионов рублей. К работам приступили сразу же, как только проект был согласован, и уже сегодня можно смело говорить. Следующая весна для местных жителей пройдет без происшествий. Как видим, работы провели масштабно. Подрядчик не из республики Коми выиграл контракт. ООО «Феникс», это коллеги наши из Крыма сюда приехали. Мы видим, как добросовестно отработали в конструктиве с администрацией Сысельского района. В настоящее время благоустраивают здесь уже берег, где у администрации есть планы в дальнейшем развивать эту территорию. Последний раз дноуглубление на Большой Визинге проводили в 2013 году. Нынешние работы будут проводиться в два этапа. В рамках первого этой осенью расчистили более 900 метров берега и самой реки. Подняли 34 тонны донного грунта. Его разместили на специальной площадке. Ее тоже благоустроили и разровняли. В следующем году работы будут полностью завершены. Поработали неплохо, выполнено все строго по проекту. Все объемы выполненных работ проверены. Наша организация специализируется на строительном контроле, поэтому всем выполненным работам можно поставить довольно высокую оценку. Вот защитили на сегодняшний год порядка 65 жителей домов прибрежной реки. Население, я думаю, будет довольно. К слову, как говорит подрядчик, сам донный грунт, который достали из реки, может пригодиться районным властям. Его вполне можно пустить на другие цели и нужды. А пока же подрядчик помог жителям с дорогой. Теперь администрации на этом месте планируется создание общественного пространства, которое она собирается открыть на деньги проекта «Народный бюджет». В планах и благоустройство набережной, а возле реки – пляжа. Также у нас в планах есть мероприятие по Печорскому району. В настоящее время ведется работа по проектной документации. После завершения расчистки Большой Визинги уже будем работать с Росводресурсами для получения финансирования на проведение работ по дноуглублению в Печоре. Вопрос дноуглубления рек в Коми стоит остро. Так, на главной водной артерии республики Печоре работы по углублению дна не проводились вот уже почти 30 лет. А ведь именно речной путь через Печору мог бы стать серьезным подспорьем в освоении Арктики. Ждут дноуглубительные работы и в Ударском районе. Здесь очистить и углубить дно нужно как минимум на трех участках реки Мизень. Любовь Лапина, Эдуард Фомичев, телеканал «Юрган», Сысельский район.